Она какая вот лампа? Для стола, чтобы вечером там, блядь, печатать нахуй за столом. Короче, механизм точно такой же. Но. Просто там нахуй крепежка для мобильника. Можешь ее так, вот так вот, блядь, всякое разное ее. И она, блядь, высокая. Нахуя ну тебе надо? Она ты взял, блядь, просто штативчик. Это обычный селфи-палку за 10 рублей. Вот ты не купишь, я буду тебе нахуй снимать видео. Ну и в каке. Тебя за язык никто не тянул. Вот, собственно, селфи-палка. Удобная. Функциональная. А вот зажим. Самый здоровенный. Небольшой фокус-покус. И получается вот такое вот сооружение. Теперь берем какой-нибудь, там, не знаю, шкаф или что-нибудь. А вот, поверхность. Так вот ее присобачиваем. Все, штатив готов. Для удобства можно, конечно, его раздвинуть побольше. Снизу упереть во что-нибудь, в какую-нибудь подушку, хуюшку. А тут уже держатель подрегулировать как надо. Да и в целом оно будет держаться отличненько. С края стола можно будет также его натянуть. В общем, Евкакий, с тебя видосий обещанный. Даже видосии. Ты мне, кстати, еще задолжал за шматье, которое тебе с квартиры отдал. Так что давай, Евкакий, не тяни. Не тяни с видосами. Серьезно. Или отпизжу. Так. 12:54 уже. Договорились с Евкакием, что он к часу придет. Но мне внезапно, неожиданно приспичило в сортир загонять. Так что оставляем это на столе. Дверь открыта, Евкакий зайдет и увидит это чудо. Ну, это я снимать, конечно, не буду, хотя, может, надо. Шучу, конечно. Так, уже 13:08. Фокусируйся давай. Это Япон-карбон. О, как я все еще нет. Надо ему позвонить. Так, я мог забыть, он же у нас забывчивый. Он же может подставить, предать, обвинить потом во всем меня, что я ему вовремя не позвонил. Ух, он и в кафе какой. Так. Алёша. Алё, ты где? Я к тебе уже подхожу. Давай быстрее, тут минутки три. Три? Ты что, блин, там с другого конца города идешь, что ли? Три минутки, я вот уже у твоего дома. Давай быстрее. Ага. Ждем. Давай. Ну, в этот раз Евкакий не обманул. Не знаю, благодарить его за это или воспринимать это как что-то, что он обязан и так по умолчанию для меня сделать. Для меня, блядь, великого Виктора. Ты же обязан, Евкакий. Давай. Запили видос потом ответом на это видео. Эту часть ты пока что не увидишь. Ты увидишь уже потом, когда будешь пересматривать ее у себя дома. Полную версию этого видоса. А я пока подожду. Так, Рок постучится. Хо-хо-хо-хо-хо! Они же вдвоем пришли. Да у меня тоже обед на где-то прошлянуться за 2 часа. Здорово. Здравствуйте, Виктор. Здорово. Ну проходите. О, пиздец. Закрой. Водички хочу попить. Чуть-чуть посильнее, но не шибко. Я, короче, на эту нашел. А. О. Вон оно что. Система. Лютая, обалденная. Ты как вообще так работаешь, да, Вить? Как с трудом. С трудом, сидя на жопе. С трудом выполняя важные срочные поручения. Что там? Спишь. Короче, Евкакий, ты обещал в прошлом видосе, что если тебе возьмем вот эту хуевину, селфи-палочку, ты будешь снимать. Саня, держи. Она уже снимает. Вверх только не заслоняй. Так, ну в общем, смотри, как это сооружение такое. Селфи-палочка. Сюда мобильничек причпокивается. А вот это
приначивается какой-нибудь поверхность. Я видео уже показывал, за тебя отдельно покажу. Для снизу тупых. Подставку вот делаешь какую-нибудь, ага. Типа стула. Ну сюда можешь еще футболку поставить, чтобы она не двигалась, не ездила. Угу. И можешь повыше ее приначить. Здесь ослабляешь чуть-чуть, чтобы она поворачиваться могла. И вуаля! Чудо современной мысли. Инженерии. Вообще, до тебя дошло? Это было. Я буду снимать ролики, которые буду оскорблять тебя. Снимай что угодно, лишь бы. Лишь бы было хотя бы одно видео в день, хотя бы одна минута. Давай. О, все. С этого начнем. Завтрашний день ты начинаешь отжиматься. Так, это было чудо номер раз. Теперь чудо номер два. Чудо современного ДНС и ебаных цен. Смотрим, во чем мне это вчера обошлось. Это будет подарок и в Каке. Но я хочу сказать, не сколько я, не кое щедрый, сколько задонатил в Каке, а то, как нас ДНС ебет. Смотрите цену. Это была цена на сегодня. Это была цена на 1 февраля. Я ее вскрыл. И смотрите, какая цена была до этого. Вот так нас ебет ДНС. Чтоб они, сука, всрались со своей ценовой политикой. Такая вот херня. Да. Улыбнитесь. Так что, Евкаки, давай. Я старался для Виктор, тебя. Конечно, очень. Давай, чтоб, сука, снимал. Ты вчера обещал. Я не могу принять такой дорогой. Ты вчера снимал. Сволочь, блядь. Сука, вчера сказал, что, блядь, будешь снимать. Так что давай, нахуй. Не еби мне мозга. И чтоб сегодня же снял видос. И чтоб ты тоже поучаствовал в этом видео.